Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Alien Isolation. И мы идем изолировать чужого. Что ж, пошли. В прошлой серии мы закрыли, перекрыли лестницу. И теперь нам нужно перекрыть. Точнее. Да, теперь нужно просто перекрыть все выходы из серверной. О, наконец-то, в трупе мы нашли хоть что-то. Все время. Бесполезные вещи. Он тут. Иниды! Как много? Ай, блин. Нельзя так много огнемета тратить. Он слишком уж растратно. А огнемет нам не попадается. Так, пошли. Огнемет, может, у нас и есть, но он пипец какой раз затратный. Раз сотни запаса нет уже. У нас всего 400. И один уже потратили. Так, он впереди, да? Так, он там вроде. Да. Благодаря нам, рядом с вами всегда кто-то есть. Кто еще ты тут. Готовы помочь? Надеюсь, ты безопасный. Он там? Да хватит тут не уходить. Нарушение карантина. Так, нет, ты безопасна. Так, теперь сиди сюда, подошел. Да блин, уйди хотя бы, а. Он прекрасно знает, что я тут нахожусь. И ходит тут. Взад, вперед. Так, здесь? Тут. Ага, неизвестное существо. Так, что, попробовать пройти дальше? Пошли. Пока он там гуляет. Андроид безопасный, по крайней мере. По крайней мере... Он сзади где-то. Так, туда не лезем. Так, ну куда ты пойдешь-то? Да? Все, слепошары ушел. Да, порычал и дальше иди. Знай меру. Да, куда ты ушел?
блин, прекрасно знает, где я нахожусь. Вот прекрасно знает. И не уйдет. Просто так. Он не патрулирует местности. Он меня ищет. Он чует, что здесь кто-то живой. Блин, хорошее безопасное место. Уйду, он так сразу вылезет где-нибудь. А? Слепошарой. Давай, вали отсюда. Куда-нибудь в шахту. А, блин, опять карусельки. Блин, хотел меня обмануть. Ну, только хрен ему. Уходи, уходи же. Мне надоело вокруг этого стола хоровод крутить. Ты ушел? Вообще. Здесь еще. Так, нет, там нам не спрятаться. Вот здесь. Он там нас найдет. Ну давай, давай, в шахту, там, в канализацию, там, в вентиляцию. Выбери хоть что-нибудь одно. Или тут сиди просто и никого не трогай. Или вообще уйди. Опять карусель. Блин, сердится. Огнемет там ни в коем случае нам нельзя тратить. У нас один залп 100 топлива занимает, расходует. Так, попробуем уйти. Господи, повезет сейчас. Так, так, быстро, быстро. Все, он ушел, ушел. Где он появится? Нету тут никого. Тупик. Не, спасибо, спасибо. Сиксон, превосходное качество за разумные деньги. Так, наверх быстро. Ай. Нет! Что
Так, попробуй, попробуй только. Попробуй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ускоряется. Иди отсюда. Я долго так буду крутить его. Ай! Поймал. Да, поймал. Молодец какой, а. Так, ладно. Зато я понял, куда нужно идти. Я теперь понял, что делать нужно. Пошли. Попробуем быстро туда пройти просто. А, блин, опять трупы пустые. Так, быстро, быстро, быстро. Андроид хороший. Он где-то здесь выпрыгнул. Так, он обратно. Молодец, хороший. Так, хорошая нычка. Хорошая нычка. Так, давай вперед пока. Его тут нету. И туда. Дырка, дырка, дырка. Вниз давай. Так, здесь этот негр нам это подсказывал. А, все, спиной. А не, не, шанс еще есть. Так, пошли быстро, быстро, быстро. Уходим. Шанс еще есть, если мы будем его пугать. Так, 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 так. Сюда. Там сохранение было. Да понял я, понял. Привет. Медведь херов. Так, что еще мы узнали? Нам главное туда добраться, там сохранение будет. Вот это вот сохранение. Мы откроем эту дверь. Как ты быстро? Ты очень быстро это провернул. Ай, блин, я даже могу сразу. Огнемет у нас пипец как мало. Но если мы его крутить и держать одновременно на мушке, то можно выиграть время и попробовать спрятаться. Так, пошли. Главное добраться там до сохранения и открыть эту херовую дверь. Нехорошую. Если кто не любит мата. Так, он там будет. Залез обратно. Так, вот он.
Не надо, не надо, не надо, не надо! Не-не, я сам, сам, я сам. Я сам! Не надо! Я огнемет тупо не хочу тратить. Тупо не хотим. Я тупо хочу все сделать аккуратно и все чисто. Хочу сделать. Да и я думаю, что огнемет мне этот еще понадобится. Его и так мало. Даже не так. А очень мало. Так, он залез обратно. Привет. Я вас зарегистрировал. Спасибо. Так, давай, давай, давай. Здесь дырок нету. Сразу на лестницу. И сразу по лестнице. Тут туда, туда к сохранению. Так, этот его заметил. Он сюда идет. А я вообще. Все, он здесь появился. Так, быстро, быстро. Да ладно! Это что-то. Спасибо, господи, это реально, вот я реально благодарен сейчас. Спасибо. Меня спасло только то, что он сюда не посмотрел. Нету тут никого. Уходи. Нету тут никого, уходите. Так, молодец, 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 молодец. Вы делаете все правильно. Сейчас пойду к сохранению. Он меня уже покушает. Или поцелуй сделает. Так, быстро сохранение. Один. Два. Три. Так, так, все, возвращаемся. Привет! Не, я не хочу, я не хочу. Я быстро так сделаю и все. Без обид, окей? Чужой. Без обид. Просто не хочу с тобой играть в обнимашки. Просто не хочу играть в обнимашки. Пусто. Пусто. Так, понятно. Так, и куда? И где ты вылезешь? Здесь? Не, где-то там вылезет. Так, он сейчас находится очень далеко. 92. Соотношение. Опасности. Так, понятно, игрушка, понял. Ад! Фу!
И я промолчу. Я промолчу сейчас. Я реально сейчас могу промолчать. Ты только пойди в другую сторону, окей? Пожалуйста. Много него не прошу. Только чтобы пошел в другую сторону. Ты там, что ли, появился? Так, понятно. Эй-эй-эй. Наверное, улыбится от того, что я ему проход открыл здесь. Так, все, уходим. Так, так, быстро, быстро, быстро. Та же херня. Он там вылез. Быстро, 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 давай. Ты не охренел? Вылезать там, где я открываю. Это вообще нечестно. Так. Такая, такая, такая и такая. Так, теперь уходим. Есть, получилось. Рикардо, путь открыт. Минуту. Рикардо, путь открыт. Черт, нет. Блин, все закрыто. Рикардо, в чем проблема? Открывай. О, господи. Прости меня, я сейчас, сейчас. Я уверен, что сейчас, сейчас, сейчас. Так, он здесь вылез. Он вылез здесь. Они оба там. В этой комнате. Так, что делать-то? Рикардо, ну что? Все закрыты же. Сейчас, минуту. Нет у меня минуты. Блин, всегда что-нибудь через жопу. Я думал, ты там вот звук услышал. Беги! Выбраться из серверной. Так, стоп. Что-то я не понял. Ух ты, мы могли и здесь спрятаться. Так, стоп. Мы что, этого выпустили, что ли, да? Так, там говорят, туда идти нужно. К сохранению. Не, пока все окей. Пошли. Я еще вот в той комнате еще не был. Вон там вот. Благодаря нам, рядом с вами всегда кто-то есть. Так, андроид. Дрявый. Не, он смотрится. Значит... Ой, таракашки. А че это такое?
Чё ещё за штуковина? Так, ладно, пошли. Чё это за место? Ой, там газ. Так, давай, вырубай. Газ ваш. Очистка воздуха. И доступ к дверям, наверное, да? А, я что-то неправильно сделал. Очистка воздуха, вруби. Чтобы сюда пройти. Ну окей, что у нас тут? Так, а я, как я понял, это есть та самая дверь, которая там открывается, да? Окей, открывай затвор. И мы вернулись сюда. У вас эта штуковина не работает, она что-то подтекает. Прекрасный сервис в любой точке Севастополя. А, блин, я этот не взял же. Так, сохраняйся быстро. И пошли еще раз откроем эту дверь. Добрый день. Ага, добрый день. Хороший такой день. Так, давай. Доступ к дверям. Пошли этим путем. Так, а там мы не были? Вот там вот. Что у нас тут еще? Ящик какой-то. Карта ненужная. Шприц. У нас здоровье всегда на конце стоит. Пустой ящик. Так, давай быстро. При вас очень опасные предметы. Я же против тебя их не принимаю уже. Да из этих опасных предметов только огнемет нужный. Так, что у нас тут полезного есть? Куда прошли? В комнату отдыха, что ли? Ну да. Это она. Так, какая-то ключ-карта находится. Так, это тоже я по интернету смотрел, как это работает. Нужно 21 и 18. Вот она. Так, и что там? Пропуск. И хлам чуть-чуть. Ладно, окей, пойдет. Так, а там наверху что? Так, стоп, а от чего пропуск? Чем мне пропуск поможет? Куда пропуск?
Я тут везде вроде был. Не, пусто. Так, давайте попробуем еще раз. Туда проникнуть, там где газ был. У вас это не работает, если что. Почини. Ты же здесь за этим. Не, все, враг этот чужой ушел. Он все уже перестал быть проблемой. Так, стоп, нужно врубить сначала очистку воздуха. Так нас туда не впустят, наверное. Нужно сначала ее врубить. Как я понял. Все, врубили. Как я понял, там сейчас это должно быть. Все. Пошли. Мне кажется, или вот эту вот, вот штуковину эту просто так сюда положили. Как-то вот текстурки внутрь этой другой штуковины как-то неестественно выглядят где-то. Входят туда в белое это. Это устройство компании Sixon. Ага. Так чини ее. Так, пошли аккуратно. В теории там все должно починиться. На? Не, как было там заражено. Как было туманно и пыльно. Так все и осталось. А? Лучше бы не было. Ух ты. Стоит там в проходе. Пугает. Ладно, окей, не получается нам просто так это вырубить. Пойдемте отсюда. Вот как мне это вырубить, а? Я там точно вижу, что, что там что-то есть. Наверное, потом мы сюда вернемся. Наверное. Пойдемте лучше. Какой интересный замок, а? Да, все. Весь мы, весь карантин пошел в жопу. Весь мы весь его сняли. Рикардо, как ты открыл дверь? Снял блокировку, иначе Рипли было не спасти. Тварь на свободе? Мы ее уже поймали, а ты выпустил? Рипли, тварь у вас на хвосте. Куда мне бежать? Бегите сначала к лифту, потом в лабораторию Джемини. Попробуем ее там запереть. Окей, и где эта самая лаборатория Джемини? Отдать этой сволочи опять уйти.
На лифте до Gemini Exoplanet. Ладно, окей. Сейчас быстро сохранюсь. И пойдемте, куда вы скажете. Давайте. Так, все, пойдемте по стрелочке. Так, дальше туда идти. Окей. Дальше нужно выше идти. Потом еще выше. Тьфу ты. Я тут уже был. Проход вот это. Так, ладно, давайте дальше пойдемте. Нам сюда нужно. Ах ты гаденыш, патрулируешь, да? Все. Тебе хана. Он все еще живой? Или нет? Ну и как, куда дальше? Мне как-то туда нужно проникнуть. Так, а вот и лифт, да? Так, побежали. Это что за хрень? Вот ты где. Я этого не выбирал. Мы уехали? Не, ни хрена. Успели, гады. Прострелить. Так, ладно. Теперь мы знаем, где находится лифт. Но все равно пока бегать не надо. Иначе бег это жизнь нашу уменьшит. Бегать нельзя. Интересно, почему тут лифты везде понатыканы? Что вот здесь вот на лестничной площадке, что там вот там идти-то всего лишь пару метров. Так, нам дальше идти. Нету тут никого, нету. Блин, ничего делать. Взять, спровоцировать их, что ли? На бой с чужим.
Давайте лучше попробуем обойти. Попробуем просто обойти его. Вот с этой стороны. Так. И дальше нам нужно как-то туда проникнуть. Пройти. Тут нету, никого нету. Ой! Все, хана вам. Черт. Она сама виновата. Она полностью виновата. Я ее не заставлял. Нету. Просто чужой. Интересно, кто кого заметит первым? Чужой проиграл. Ну и эти тоже проиграли. Ой! Ни хрена! Черт! Тут даже спрятаться негде. Вот, блин, вызвали тут на свою голову. Дали бы спокойно пройти, так нет. Создали тут проблему. Теперь он отсюда не хочет уходить. Так, все, уходим. Ух, блин, уехали мы все-таки от чужого, не от этих людей. Чужой убил людей. Чужой помог нам. Ну и чужой в то же время нам это. Просто так не дал уйти. Я в Джемине. Надо полностью восстановить там электроснабжение. Подниматься надо бы на грузовом лифте, но он давно отключен. С тех пор, как Симпсон отозвал финансирование. Ну и чё? Открыть систему распространения. Не подскажете, что это такое? Система распространения. Так, я сохранение вижу. Батарейки фонаря и шокера. Спасибо. Так. Нужен плазменный резак. Там закрыто, там прикрыто, там что-то еще какая-то херня. Короче, у всех
У всех какая-то проблема. Так, ладно, пошли, нам сюда нужно. Ты безобидная, тетя? Э? Как-то мне не по себе. Ты думаешь, что не по себе? И ты... Ну да. Ты же понимаешь, что мы тут все сдохнем? Ты не знаю. Насчет меня? Я главный герой. В городском помещении пуст андроида. Там будет компьютер. Только тише, бога ради. Ага, я само... Сам стелс. Тише меня никто не может. Везде нужно восстановить подачу энергии. А свет от чего работает? От чего светло-то? Может свет вырубить и всю энергию перенаправить туда? Прикольная система обеззараживания. Так, нам что делать-то нужно? Тут опять закрыто, тут опять энергии нету. Тут камера еще какая-то. Ладно, пойдем дальше. Сиксон давно пытается кому-нибудь загнать эту лавочку. Пока желающих ее купить не нашлось, но система охраны все еще работает. Ясно. Пока хватит разговоров. Да, давайте без разговоров. Чужой где-то тут ползает. Так, нет, в шкафчике прятаться будем в последнюю очередь. Он-то нас там и найдет. И уйти некуда, и вообще беда будет. Пошли. Камера. Андроид. Так, и скорее всего здесь можно вырубить и камеру. Так, два быстро. Так, че еще? Так, это что такое? Мы резак улучшили. Теперь нам нужно как-то туда проникнуть. Да? Использовать плазменный резак, а там... Да тут то же самое. Он где вылез? Понятно. Понятно. Я же прямо под дыркой тут стою. Где? Понятно. Он оттуда вот сейчас вылезет. Должен вылезти, по крайней мере. Ага. Нехорошее место мы выбрали. Ой, как нехорошее.
Может, систему каруселивания выберем, пока не поздно. Мне она как-то больше нравится. Так, все, быстро, быстро, быстро. Режь. Пока он там где-то. Нечестно! Огнемет! Какой нахрен электрошокер ты взял, а? Рипли, Рипли. Да и даже если она взяла что-нибудь полезное. Мы чё, успели бы выхватить бы? Мы чё, им воспользовались бы? Ну блин, какой нахрен электрошок, а? Найдите в складском помещении пост андроида, там будет компьютер. Я уже знаю все. Не учи человека, который уже и так все знает, и так все понимает, и так все. Знает и знает еще раз. Так, ладно, я понял. А если мы вторую комнату попробуем открыть? Ясно. Пока хватит разговоров. Пока хватит. Я сейчас понял, что это. Что делать нужно. Я понял, что нужно делать. Сначала вырубаем камеру, чтобы не пищало. Нестабильную систему врубаем. Даже не знаю, что это такое. Бери плазменный резак и режь дверь перед тобой. Посмотрим, что это такое. Так, теперь ищем, смотрим. Где он может появиться? Согласно карте, он может появиться прямо здесь. И он очень этого желает. А еще есть дырка здесь. Нет, это не дырка для его вылазывания. Он на стол тогда приземлится. Так, проверь быстро. Финансирование Stixon, системы обслуживания. Запрос на обслуживание. И не будем учитывать трогать. Не будем. Пока я не знаю, что это такое. Я только знаю, что нужно сейчас здесь посмотреть. Что это такое? Так, финансирование Stixon. Финансирование такой-то компании прекращено.
Стиксон не несет ответственности за оставшееся неоплаченное время в трудовых договорах. Подробности расскажет ваш непосредственный руководитель. Ладно, что еще есть? Некоторые из вас задали вам вопрос по поводу восстановления электроснабжения. Если возникнет срочная потребность в энергопитании, например, в экстренной ситуации, вы можете задействовать системы техобслуживания с помощью кода 8897. Вы должны получить на это разрешение у своего непосредственного руководителя. С уважением, Хантер. Так, нам туда нужно идти. Так, Андроид, ты добрый? Ты же прям хочешь вылезти, да? Прям горишь желанием. Так, ну это Андроид, это понятно. А это как раз то мне. Не нравится. Если мои услуги не отвечают стандартам компании Sixon, подайте жалобу. Ну сейчас здесь выйдет. Так, Андроид хороший, кстати. Так, меня коробки закрывают всякие. Так, быстро-быстро. Нам сюда нужно было. Так, излишки. Система распределения. Подача электроэнергии к рубильникам. И сразу же залезай. Будем смотреть еще это. Так, излишки. Финансирование Sixon. Системы техобслуживания. Так, вот излишки. Отдел сбыта признан лучшим модулем и будет в скором времени демонтирован. А, лишним модулем. Мы снижаем поставки энергии в эту зону, чтобы перенаправить ресурсы на корпоративные нужды. Все вопросы направляйте своему непосредственному руководителю. Рубильники. Один в аналитической лаборатории, еще один в комнате санобработки. Не имею чести вас знать. Я вас. Так, что еще есть интересного? Еще есть вот такая лестница. О! Неожиданность! Какая прекрасная неожиданность произошла. Рассказать вам о технике безопасности на Севастополе. Не надо. Так, полезли лучше отсюда. Сохранение.
Я уже вижу сохранение, сразу туда посмотрел. Сразу туда смотрел, я уже знаю. Уже вижу, уже знаю, что это такое, как так, что это выглядит. Как выглядит сохранение. Как пикают самые прекрасные звуки в этой игре. И давайте вот на этом серию мы и закончим. Чужого мы будем изолировать уже в следующей серии. А сейчас давайте прощаться. Пока с огнеметом мы пользуемся мало. И пускай он так и будет пока. Все. Давайте заканчивать. Завершать эту серию. Чужого изолируем. Изолируем уже в следующей серии. А сейчас давайте прощаться. С вами был Виктор. Всем пока.